love what I'm in, tomboy. La 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 la. Будильник, пора вставать. Так, сегодня же я вроде готовлю, да? Нет, не помню. Так, ой, будильник, остановись ты, господи, уже. Так, сегодня готовлю я, а время сейчас только 6, что? Ладно. А Вероника, она же уже в это время встает. Ну ладно, походу сегодня я встала раньше, но я думаю, она скоро уже проснется. Так, ну в принципе еще нужно включить свет здесь. И сейчас, наверное, пойду умываться. Уже записываю. Так, ну здороваться с таким видом как-то неприлично, поэтому нужно сначала помыть. Вода помыться. Сначала мы берем щеточку. Сегодня хочу принять душ. Кстати, вот мое полотенце это с облачками в руке. Переодеваюсь, и мне нужно вытереть полотенце. Что ж, сейчас мне уже надо расчесать волосы, потому что я выгляжу вообще как-то странно. Этим спреем. Кстати, ни одной кажется за то, что Вероника еще не проснется. А, еще нужно с вами поздороваться. Всем привет, мои листочки! С вами Мэй, вы на моем канале Тока Джимми, и сегодня я покажу, как проходит наш с Вероникой день. Слушайте, всем приятного просмотра, точнее наш, мы покажем. Мне кажется, она еще не проснулась, давайте это с вами проверим. Что, у нее звонит будильник, она еще не проснулась? Что? Что? Почему Вероника еще не встала? Это как-то странно. Так, будильник нужно вообще еще выключить. Вероника, вставай! Вставай, вставай! Вставай! Вероника, уже 6:30. Я еще умывалась, такое. В смысле, ты раньше меня встала? Да, в 6. А почему я не проснулась? Вероника, у меня такой вопрос. Я легла спать в 11, ты во сколько легла спать? Ты еще там что-то в своей комнате была, еще не умывалась. А, я забыла про проект, который нам задавали. И поздно легла спать. Ладно, иди умывайся, а я пока пойду готовить нам завтрак. Да, уже надо. Но вот так-то уже намного лучше. Так, а нам нужно приготовить завтрак, чтобы такого сделать. А вот посмотри, какой у нас эстетичный холодильник. Ну прям эстетик. Не, ну прям эстетикой веет. Не, ну... Протрите глаза. Шучу. Это пипец какой-то. Мы с Вероникой здесь столько всего понапихали. Так, сегодня я нам, наверное, сделаю яичницу с беконом. Это будет очень вкусно. Давайте сначала выпустим бекон. Так, давайте пока делаем нам кофе. Вчера с Вероникой забыли купить кленовый сироп, поэтому молоко будет без кленового сиропа. Плак-плак, конечно, ну ладно. Так, яичница там уже, походу, подгорает. Ну, ничего, мы с Веронькой такое поедим. Так. Так, пока все не подгорело. Ой. 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 Помогите. Помогите. Спасите, помогите. Жарим, жарим. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой! Я уже не могу с этими кружками. Так, я больше готовить ничего нам не буду. У нас только всего здесь понаставлено, что
не вообще ничего невозможно сделать. Так, ну в принципе уголек это полезно для здоровья, поэтому зовем Веронику. Вероник, у меня на кухне ЧП случилось, у меня сковородка упала и подгорела немного. Ну не волнуйся, это вкусное. Ты не отравишь меня? Нет, не волнуйся. Там немного подгорело, видишь? Ладно, так уж и быть, попробуем. Вроде нормально. Кстати, кофе с молоком, новый сироп у нас закончился. Да? Сегодня купим, да. Кстати, ребята, я забыла поздороваться. Так, мне уже не нравится этот день. Всем привет! Я поздоровалась. Ну, пойдет. Не сказать, чтобы прям вкусно. Ну да, я говорю, оно подгорело же. Ой, ладно. У нас как-то волшебным образом появились миски. Да, и сейчас... не спрашивайте, как. Да. Так, сейчас мы будем всех кормить. Вот фонданчик мы купили. Так, теперь... Все, давайте кушайте. Я тебе сейчас дам! Что я... Спаси! Кстати, как тебе наш корм? О, компенсация. Не надо лучше его есть. Так я случайно, ты понимаешь, аж не специально. Он не понимает, я тебе скажу. Куда побежали? Так, ладно, Вероник, давай наносить кремом и иди стричь гулей. Нет, ты не работаешь. Привет, Мэй. Привет. Еще раз. Вероник. Все, я пошла. Пока. Угу. Пока. Так, идемте с вами в комнату. За что мне все это? Вы издеваетесь? Несмотря на эти все неприятные ситуации, я пойду сейчас нанесу всякие крема. Все нанесла, поэтому иду. Также сейчас нужно одеться. Сразу оденусь в университет, одену вот это. Также я сейчас хочу собрать портфель в университет. Так, теперь нужно взять какие-то тетрадки. Допустим, сегодня я хочу взять вот эту интересную тетрадку. Так, также нужно взять книгу, называется она «Пластмайнск». Книжку, она у меня чуть спина. Так, также мне кажется, нужно еще одну тетрадку. Так, а также мне нужно взять кошелек с телефоном. Также нужно брать с вами воду. Я налила воду и теперь думаю, можно ставить. Также оцените, какой у меня новый телефон. Помните, у меня раньше был красный и обычный, а сейчас такой. Поэтому нужно его положить тоже в рюкзак. Надеюсь, Вероника скоро придет. Кстати, еще мы сегодня с Вероникой хотели пошопиться. Нужно взять камеру, чтобы было получше видно меня. Готово. Так, вот я. Я уже собралась, Вероника. Камеру взяла. Подожди. Рюкзак глянь. Так, кто где? Ричи? Все, я собралась. Вероника, все, идем. Ну, я ж с Ричи гуляла. Заценим образ. Пойдет. Это тоже интересно такой. Только ты в нем слишком часто ходишь. И что я? Кстати, я ластик стырила себе. Я тебе сейчас все, прибью. Давай, ладно, идем с тобой уже в университет. Так, все, идем. Идем. Кстати, ребята, листочки. У нас такие прикольные места здесь. Угу. На задних партах. Так, классно. Камеру еще, да? Вероника, главное, чтобы мне с камерой это не спалили. Ладно. Так, быстро садитесь на свои места. Так, проверка, чтобы не было устройств. Так. Так, ладно, записываем тему.
Дальше написали пример очень легкий, и нужно было найти ошибку. Ну, вызвался отвечать от личности, хотя, конечно, это был пример очень легкий, мне кажется, любой бы ответ написал. Где пойдет? Да, Мэй-Мэй. Знаешь, девочки, да, тут Верика. Конечно, тут все правда, но пишешь ты как курица лапой. Я знаю. Так, ну, ладно, все правильно, поставлю тебе 5. Ручки. Все убрали, оставили только ручки, сейчас будем писать тест. Они. Так. Так, мы оставили только пенал, сейчас нам будет приставать. Вероника, там нужно как-то спрятать пока камеру. Быстрее прячь. Как? Ты с ними. Ты разбирайте. Так. Ой. Вероника, дай мне. Ты держи, так. Держи. Все, Вероника, держи. Вот. Так, а где мой листок? Все. Ну что ж, на этом моменте я заканчиваю нашу первую часть. Скоро, по идее, через день или два, или может даже завтра, выйдет вторая часть. Всем пока-пока.